Высококвалифицированные врачи Астаны и Алматы провели 19 сложных операций в Костанае. Такая работа проведена в рамках дней медцентра управления делами президента в Костанайской области. За время пребывания в регионе ведущие специалисты центра провели прием пациентов, мастер-классы и консультации. Артем Грапов расскажет подробнее. Делегация медцентра управления делами президента в Костанае работает уже четвертый день. На базе областной больницы столичные специалисты проводят сложные операции. Это операции на суставах, это малоинвазивная методика, это гинекологические операции, это нейрохирургические операции. Провели внедрение новых операций при серьезной патологии. Главная цель поездки – обмен опытом и передача современных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний. Не забывают и о развитии научно-клинического сотрудничества. В каждом регионе есть уникальные специалисты, которые имеют большой опыт лечения сложных пациентов. И как раз если им дать возможность еще познакомиться с более современными, новыми методиками, это дает дополнительный шанс, во-первых, профессионально развиваться, но и самое главное, чтобы пациенты в этих регионах могли получать помощь на месте. В регионе в этом году финансирование системы здравоохранения из местного бюджета увеличилось на 65%. На эти деньги будут укреплять материально-техническую базу и обучать медработников. В этом году запланировано 377 наших медицинских работников, которые пройдут обучение в различных центрах. Строительство медицинских пунктов запланировано согласно поручению главы государства. Вот в ближайшие годы, 2023-2024, будет построено 25 объектов. В рамках визита подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Акиматом области и медцентром. Стороны уверены, что это серьезно повлияет на развитие региональной системы здравоохранения. Артем Грапов, Ермек Мухамедьяров, Костанай, Хабар 24.